rest of this night. Отправляешься на восток? Советую обойти стороной Тельметрии. Не нравится мне, как это место нынче. Как ты это делаешь? Как шахты открыли, только лучшее оружие и броня.
Тащи сюда оружие и доспехи. Починю в один момент. Гловер Мелла, погляди. Ты на искры погляди. Тащи сюда оружие и доспехи. Починю в один момент. Выбирай, стальное, двемерское, эбонитовое. Починю все, что сломано. А? Как шахты открылись, сразу тут все завертелось. Не хотелось бы, чтобы все это пропало. Гловер Мелори. Клинки, шлемы, практически все необходимое. Тащи сюда оружие и доспехи. Починю в один момент. Все начинает. Да вот все, что видишь тут. Если что потребуется, ты знаешь, где меня искать. Я работаю на МакГру. Если какие проблемы, обратись к нему. Серджо, твои подвиги благословения. Вот расчета. Надеюсь, ты не собираешь неприятности. Вороня скала без тебя совсем пропала бы. Не знаю, как тебя благодарить. Тебе удалось заслужить место среди нас, друг мой. Милора на ферме Иентов варит отличные зелья, если я найду, как наградить тебя за возвращение. Это на западной окраине города. Ha!
мешай. Мне гораздо спокойнее теперь, когда я знаю, что Николас остался. Надеюсь, ты сразу сообщишь, если узнаешь что-нибудь о моем брате. Он никогда не слышал. Мы пытаемся, если ты... Никому бы я не пожелал такой судьбы. И в особенности родному брату. Старейшины говорят, есть города гораздо тебя, больше нашей деревни. Эта земля больна из-за пепла с Красной домой. Горы. Боюсь подумать, что... Погляди! Значит, драконы вернулись. Но скалы и не такое переживали. Пусть тебя в эти нелегкие... Как шап... Так же я нап... Не знаю, смогу... Все... Я понимаю, местные обычаи должны показаться тебе странными. Но девять богов Империи кажутся нам не менее странными. Хермеус Мора. Старый Хермеус Мора собственной персоной. Значит, это он источник силы Мирака. Ну, конечно. Во многих наших легендах говорится о том, как Херма Мора пытался выманить наши тайны. И вот он снова пришел за тем, что мы так долго от него скрывали. Древняя мудрость, которая передается от шамана к шаману с тех пор, как Всесоздатель передал Солстейм скалам. Как говорить с ветром, как слушать землю — вот наши тайны. Ничего о силе. Мы знаем его как Херму Мору, демона знать. То, что скалы так долго не выдавали ему свои... Значит, это на мою долю выпала участь. Камень дерева все еще осквернен. Равновесие утрачено. Но... Да. Скалы всегда говорили, мой долг как шамана охран... И я думаю, что время нас... Дай мне книгу. Я прочту ее и сам поговорю. Я тоже надеюсь. И я надеюсь, ты позаботишься о том, чтобы эта жертва не была напрасной. Тебе не следует этого делать. Эта книга — это неправильно. В ней зло.
это против всего, чему ты меня учил всю мою жизнь. Я должен, Фрейя. Это единственный способ навсегда освободить Солстейм от тени Мирака. Бывают времена, когда все меняется. Ничто живое не остается неизменным. Не бойся за меня, дочь моя. Такова судьба, которую предначертал мне Всесоздатель. Я буду рядом с тобой, отец. Как всегда. Я готов ко всему, что мог приготовить для меня злонравный хозяин этой книги. Наконец-то Саан отдадут мне свои тайны. Удалось доставить мне дар, который я требую. Гул! Взамен я сдержу свое обещание, как и подобает принцу Облидио. Я даю тебе слово силы, которое понадобится тебе в схватке с Мираком. Ты можешь стать ему достойным противником или его наследником. Это уж как сложится судьба. Отец, что ты наделал?
Мой отец пожертвовал собой. Создатель проводит твою душу в следующей жизни. Я думаю, он знал, что произойдет. Он видел свою смерть в этой книге. Случилось? Что это такое? Я думал, деревня теперь в безопасности. Я не виню тебя. Я знаю, он сам это выбрал. Я просто хотела бы... Возвращайся. Значит, во мной... И вот он снова при древнем, как говорит Света. То, что знать камень, дерево, да, мой долг и я. Дай мне, я тоже надеюсь. И я надеюсь, ты позаботишься о том, чтобы эта жертва не была напрасной. Отец, тебе не следует этого делать. Эта книга, это... Неправильно. В ней зло. Ты против всего, чему ты меня учил всю мою жизнь. Я должен, Фрейя. Это единственный способ навсегда освободить Солстейн от тени Мирака. Бывают времена, когда все меняется. Ничто живое не остается неизменным. Не бойся за меня, дочь моя. Такова судьба, которую предначертал мне Всесоздатель. Я буду рядом с тобой, отец. Как всегда. Я готов ко всему, что мог приготовить для меня злонравный хозяин этой книги. Наконец-то Стоан отдадут мне свои тайны. Тебе удалось доставить мне дар, который я требовал. Взамен я сдержу свое обещание, как и подобает принцу Аблиде. Я даю тебе слово силы, которое понадобится тебе в схватке с Мираком. Ты можешь стать ему достойным противником или его наследником. Это уж как сложится судьба. Отец, что ты наделал? Иди. Мой отец пожертвовал собой, чтобы дать тебе возможность уничтожить Мирак. Развеять тень его хозяина, которая легла на нашу землю. Иди. Убей Мирак. Не подведи.
Я не виню тебя. Я знаю, он сам это выбрал. Я просто хотела бы, чтобы он нашел другой путь. Позаботься, чтобы его смерть не была напрасной. Иди и останови Мираха. Прощай, старый друг. Мы будем скучать по тебе, но не беспокойся. Фрея сможет направить нас, и все благодаря тебе. Мы не забудем, что ты сделал для нас, Сторн, горный странник. Ступай к Всесоздателю. Фрея, мне очень жаль. Этого не может быть. Пожалуйста, Всесоздатель, пришли его обратно к нам. Я буду скучать по тебе, старик. Пусть Всесоздатель проводит твою душу в следующей жизни. Что это такое? Я думал, деревня теперь в безопасности. Возвращайся к Всесоздателю, старый. Скалы никогда не забудут твою жизнь. Я не совсем понимаю, что произошло, но верю, что это было на благо деревни. Так что спасибо. Я думаю, он знал, что... Во имя богов. Никогда ничего подобного не видел. Я... вряд ли это войдет в мою книгу.
Став инфернал! Берегись! Ирак силен! Он знал, что ты придешь сюда! Сейчас приземлюсь. Этого и хотел Хернеус Мора. Он переменчивый господин, знаешь. Но теперь я освобожусь от него. Мое время в Апокрифе подошло к концу. Ты здесь, у тебя полно сил. Это ключ к моему могуществу. Ты умрешь,
Обретя силу твоей души, я вернусь на Солстейм и снова стану хозяином собственной судьбы. Освобожусь от него. Мое время в апокрифе подошло к концу. Ты здесь, у тебя полно сил, и это ключ к моему могуществу. Ты умрешь. Обретя силу твоей души, я вернусь на Солстейм. И снова стану хозяином собственной судьбы. Розикран! Yeah!
Ну-ка! Ты что же, вздумал сбежать от меня, Мирак? Здесь тебе ничего от меня не скрыть. Неважно, есть и другие драконорожденные, готовые служить мне. Надеюсь, он получит такую же награду за верную службу, как и я.
Мирак задумал бунтовать против меня. Учись на его примере. Служи мне преданно, и тебя ждет щедрая награда.